ITN Distribution. Cortex Production представляет. Совместно с The Film Factory. Фильм Микаэля Голда. Смертельный покер. Нет, пушки не нужны. Человек умирает, и душа покидает тело. Это всегда впечатляет. Ты ведь понимаешь, о чем я? Ты видел смерть столько раз, что она стала твоим другом. Даже ближе, чем другом. Она стала твоей любовницей. Считаете меня социопатом? Вы это имеете в виду, мистер Алекс? Что вы видите, закрывая глаза? Дайте угадаю. Жалкую ложь, дающую утешение. Ни радости, ни будущего. Но в своих фантазиях вы герой. Разве это не удивительно? Неужели это жизнь, мистер Алекс? Рождаемся в одиночестве, умираем тоже. Может, ты и прав? Thank you.
Иди в дом! Или тебя затащить? А ты это осилишь? Скажи Гранту, приду через минуту. Так, Салли, минута прошла. Пойдем. Остынь, Бобби. Шевелись. Давай выпьем. Я не пью. Да ладно, все, перестань. Вали отсюда. Оставь меня. Все, хватит. Иди куда шел. Не трогай меня. Я не пьяная. Как скажешь. Бобби, уймись. Эй, отстань! Девушка не хочет с тобой идти. Слышал? Отвали! Это не твое собачье дело. Иметь дела с тобой она не хочет. Отвали. Может, устроим спарринг? Это все? Бывай, ковбой. Стой, мужик. Что, тебе мало? Я думал, все. Давай еще раунд. Можешь идти. О, да. Боже, какой мужчина. Я твоя навеки вечные. Прошу, увези меня в закат. Вижу благодарности, я не дождусь. Ну и не надо. О, смотрите, тоже мне милостивый Филарет выискался. Сейчас не понял. Я думал, что... Не стоило вырубать Бобби. Он первый начал, и я... Да? Он начал, а ты закончил? Да? Признаю, виноват. Достаточно, мистер Бобби. Простите, мистер Грант. Не хотел устраивать сцен. Мисс Сазерленд не желала идти. Раз уж посторонний человек вмешался, значит, это была не просто сцена. Почему вы решили прервать их беседу? Может, мисс разобралась бы сама? Я в этом уверен, но... Не успел подумать. Думать это не твое. Силы есть, ума не надо. Не обращайте внимания на мисс Салли. Мама ее не воспитала. Ну что ж,
Не хотите зайти, привести себя в порядок и рассказать чуть больше о себе? Он точно не кусается? Вдруг у него бешенство? Я же вам говорил. Знаете, Грант, с удовольствием зайду. Я Алекс. Класс, нашел себе друга. Мистер Бобби, можете взять сумку мистера Алекса и отнести ее внутрь? Не нужно, Бобби, я сам. Хороший удар. Дали бы застрелить. Это неинтересно. Ваш дом? Моей семьи. У нас богатая история. Нехило. Чувствуйте себя как дома. Раздавай. Господа, дамы. Это мистер Алекс, еще один игрок. Ванная там, если хотите освежиться. Я что, воняю? Еще как, мертвечиной. А мне казалось, мы поладили. Новый игрок против правил. Что? Боитесь конкуренции? Он мне не конкурент. Ты же не меняешь правила. Нерушимо лишь одно из правил. К тому же, если что-то не нравится, что ж, у вас есть выбор. Ладно, пусть входит в игру. Все равно долго не протянет. Дорогая Салли, где ты была? Выходила подышать. Тебя очень долго не было. Да, потеряла счет времени, любовалась закатом. Курила? Тебе какая разница? Повежливее. Не моя вина, что этот дэнди в джинсах решил вмешаться. Знаю. Я позже разберусь. Хорошо, но Бобби ни при чем. Об этом судить мне. Впереди веселая ночь. Зачем ты его позвал? Шел бы своей дорогой. Может, ты и права, но он уже здесь. Мистер Алекс, с возвращением. Давайте выпьем. Мисс Дафна, принесите чего-нибудь мне и моему другу. Я помешал вашей игре? Мы играем раз в месяц. С разными игроками. Ваше место? Я не играю.
Значит, кресло для меня? Вы азартный, мистер Алекс? Только если у меня есть лишние деньги. Какой взнос? О, мы играем в свое удовольствие. Поэтому минимального взноса нет, но ставки растут быстро. Насколько быстро? Фирменный коктейль Майерса. Пожиратель пуль. Пожиратель пуль? А сейчас до дна. Если для тебя это слишком, можешь проваливать. Перестань. Нам давно не было так весело. Мы заметили. Тащишь игроков с улицы. Я бы даже сказал, с проселочной дороги. Но смысл я понял. Что на кону? Рад, что спросили. Четверть миллиона наличными. Это приличная сумма. Что скажете, мистер Алекс, готовы рискнуть? Черт, у меня всего 53 доллара. Если этого хватит, то я в игре. Еще один звездный мальчик. Первый раунд. Какие карты? Будет непросто. Ва-банк. Чудесный день, верно? Как тебе, Лайнус? Смешно, Элис. Какая Элис? Смотри на свои карты. Сложно оторвать взгляд от такой красоты. Да, сладкий? Ладно, хватит. Так не терпится лечь спать. Тише, Найл, всего лишь игра. С чего я должен соблюдать правила, если ты их нарушаешь? Пошел ты!
Из тех, кто играет по-крупному, верно, парень? Да. Не в моих правилах упускать подвернувшийся шанс. Отвечаю. А есть чем ответить? Ты в этом уверен? За меня не волнуйся. Вот так. Это неожиданно. Да, повезло. Отвечаю. Я пас. Мне одну. Три, пожалуйста. Ставлю 400. Удваиваю. А знаете что? Ва-банк. Потянешь, Лайнус? Да. Ва-банк. Господа, покажите карты. Похоже, мне повезло. Просто игра. На небольшую сумму. Что вы притихли? Спасибо за игру. Какого черта? На место. Сядь. Что за хрень? Сядь. Вы слышали? Вы пришли в мой дом, а значит, приняли правила. Откуда я знал, что на кону моя жизнь? Спросил бы. Разве вы здесь не ради этого? Разве деньги не ваша цель? Вы пришли сюда и сели за стол. Я заставлял? Нет. Это ваш выбор. Вам нравится наблюдать? Я живу ради этого. К тому же, это чертовски весело смотреть в лицо смерти. Ты просто псих. Верный выбор. Дамы и господа, 30-минутный перерыв.
В конце перерыва прозвенит звонок, оповещающий о начале раунда. Закуски на кухне, алкоголь в баре. Отдыхайте. Ты здесь из-за меня. Это уже не важно. Одного не могу понять. Почему я здесь? Ты сама не знаешь. Все сложно. А ты что забыл здесь, в этой глуши? Тебе это на руку. Бобби не тронул бы меня. Он делал свою работу. Что это значит? Это не так сложно понять. Мы не игроки. Вы часть дома. Отсюда есть выход? Грант не позволит уйти, не закончив игру. Зачем это ему? Как это поможет играть? Первое правило покера. Не играй в карты, играй людьми. Это игра Гранта. Он подбирал игроков. С чего ты взял? Они не хотели меня пускать. Им не терпится от меня избавиться. А Грант? Аристократ в третьем поколении. Последний из рода Майерсов. Грант Майерс, Ранчо Майерс. Все понятно. Давно с ним работаешь? На него. 12 лет. 12 лет работы горничной или... Или шлюхой. Не парься, ковбой. Я не заразна, если что. На этом раньше невинных нет. Ты спала с ним? С Грантом? Тебе-то что? Мне показалось, вы не ладите. Но... Если задуматься, то ты всех ненавидишь. Ну, прости, я не какая-нибудь хохотушка из старых комедий. Я живой человек со своими проблемами и не хихикаю над любой шуткой. Ты в курсе, что люди по телеку смеются просто так? Ладно, забудь. Что ты хотел знать о Гранте? Давно он занимается играми? Не он их начал. А кто? Эти игры проводят не одно поколение. Все работает, как часы. Хотя, кто знает, ты первая аномалия в истории игр. Раньше такого не было. Никто не сопротивлялся? Нет, один раз было. Но и только. Игроки сами решают играть. Зачем им сопротивляться? Плюс крупье следит за правилами. Крупье? Он не на стороне Гранта? Нет. Крупье здесь ради игры. И только. Уже что-то. А остальные? Что скажешь о них? Найло спец по онлайн-покеру, насколько я знаю. Даги — игрок международной лиги, ищет острых ощущений. А Лоретта предпочитает молчать о себе. Молодец. Так, что насчет тебя? Что ты забыл среди пустыни? Это долгая история. А мне, наверное, пора за стол. Ты так думаешь? Я говорил. Ух ты. Что ж, надеюсь, ты останешься в игре. Оставаться в игре не так сложно. Переиграть Гранта будет непросто. Он же не играет.
У тебя отменный нож. Если решишь познакомиться поближе... Он так же остер, как твой язычок. Не заводи меня. Мне еще выиграть нужно. Ты думаешь, что у тебя есть шанс? Я еще жив. Избавился от Найла и дело в шляпе. Не я стрелял. Считай, что ты. Я не знал, что так будет. Это не имеет значения. Тебе на это плевать. Не впервые эти ручки пачкает кровь. Никогда не пачкает. Я всегда надеваю перчатки. Перчатки? Для чего? Переживаете, мисс Салли? За кого? Мисс Салли. В этом доме убивает только крупье. Лоретта не избавится от конкурента? Она прошла проверку. Если кого и опасаться, так это нашего гостя. Сам его позвал. Разумеется. Когда знакомишься с кем-то, начинается игра. Дамы и господа, прошло полчаса. Вернитесь на свои места, мы начинаем новый раунд. Ну что ж, продолжим позже. Второй раунд. Порядок? Этот парень — ходячая загадка. Что? Ничего, Бобби. Кстати, ты не извинился за ту фигню. Фигню? А ты чего ждала? Ты никогда не слушаешь. С тобой не просто работать. Знаешь, ты напоминаешь мне Паулу.
Она злится, когда я ее не слушаю. Могу ее понять. Как у вас там дела? Не видела ее после... Да. У нас вроде неплохо. Она снова переехала ко мне. Думаю, справимся. Да, справитесь. Не переживай. Постараюсь. Вижу, тебе нравится тот ковбой. Это последнее, о чем я думаю, Бобби. Пора преодолеть страх. У тебя доброе сердце. Ты это заслужила. Не просто вот так взять и расслабиться. У него хороший хук правый, так что, думаю, ты можешь расслабиться. Да, тут ты прав. Умеешь развеселить. Что-нибудь принести? Если честно, да. Можешь сделать сэндвич. Только горчицы побольше. Заметано, Бебо. И не забудешь положить сверху чипсы. Все будет в лучшем виде. Спасибо. Ставлю 15 000. Ответил. Мне еще две. Повышаю. Твои 50. Повышаю. Все. Боишься, что не потянешь?
Огоньку. Держи свой огонек. Грант злит, что ты сбрасываешь карты. Да ну? Да, ему неинтересно. Разве похоже, что меня это волнует? Говори тише. Ты не понимаешь, что здесь происходит. Нет, это ты не понимаешь. Я рискую жизнью. Прости, Салли, я не хотел. Думаешь, мне здесь нравится? Конечно, нет. У тебя есть шанс выиграть и уйти отсюда. А ты спускаешь его в унитаз. Будь у меня такой выбор. А если я тебя вытащу? Я не шучу. Давай сбежим вместе. Ты такой наивный. Я не наивный. У меня есть план. Это очень наивный план. Мы не можем просто взять и уйти, когда захочется. Почему нет? Это так не работает. А если бы работало? Для тебя это шутки. Но здесь все серьезно. Это не просто веселая игра. Я собираюсь выиграть. Веселье начнется позже. Что ж, придется постараться. Впереди вся жизнь. Какая жизнь? Я покажу. Мистер Грант, не хотела беспокоить, но у нас проблема. Мисс Дафна, не стоит нервничать. Проблему можно решить. Возможно, эту решить не удастся. Скажи, как есть. Мне можно доверять. Речь о мисс Салли, мистер Грант. И что с мисс Салли? Это не мое дело, но вам следует знать. Продолжай, Дафна. Говори, не бойся. Ты под моей защитой. Тебе не причинят вреда. Мисс Салли узнала гостя. И что в этом такого? Не вижу проблем. Сэр. Узнала в библейском смысле. Дафна, налей себе выпить, а мы разберемся. Хорошо. Спасибо, сэр. Карты розданы. Что будете делать? Что и планировал. Хватит играть с добычей. Прикончите их. Довольно. Насколько я помню, это ранчо еще мое. Ваш отец не позволил бы... Никогда не смей упоминать моего отца. Возвращайся за стол. Начинай новый раунд. И помни свое место. Да, сэр, я все помню.
Ковбой. Поверь, привыкаешь. Не хочу привыкать. Зачем пришел ковбой? Не поверишь, хотел подышать воздухом. Привыкай. Бывает же. Никто не знает, что за следующим поворотом. Чудные дела творятся в пустыне. Я говорил тебе не лезть. Ты не послушал. Ты думал, что я пройду мимо? Дама в опасности, а я глупый ковбой. Почему место за столом пустовало? Его закопали вон там. Был другой игрок? Верно. Играют всегда четверо? Как правило. И только у крупье есть пистолет? Да. У меня есть просьба. Ты должен победить. Не ради себя. Ради Салли. Ты должен выиграть ради нее. Ты должен ее вытащить. Сделай все для этого. Раз мы вдруг подружились, у меня есть план. Слушаю. Я знаю, как нам выбраться. Да. Ты мне поможешь? Когда придет время? Если вытащишь Салли, я в деле. Надо попробовать. Ты прав, но обещай, что заберешь ее. Легче не становится. Жуть. Я обещаю. Вот и конец. Не забывайте главное правило. Не в картах дело. Слова отца. Именно. Он повторял их даже перед смертью. Мне они заменили молитву. Сосредоточьтесь. Да. Надо сосредоточиться. Перерыв окончен. Закончим игру. Придержите коней. Куда так спешить? Может, вас уже ждут? Хотите умчать в закат с 250 000 под мышкой? Я просто пытаюсь выжить. Выживание – главная мотивация человечества. И любовь – неплохая цель.
Возьмем, к примеру, мисс Салли. Подойди ко мне. В это трудно поверить, но... ребенком она была жизнерадостной. Салли присоединилась к игре, когда случилась любовь. Согласитесь, порой любовь заставляет совершать ошибки. Зачем ты это говоришь? Издеваешься? Не надо притворяться. Я пригласил вас в свой дом. Вы можете хотя бы не врать мне в лицо? Грант, не знаю, о чем ты, но ничего... Как ты смеешь? Любовь и выживание. Мистер Грант. Зря вы приняли мою доброту за слабость. Если я захочу всадить вам пулю в лоб, я это сделаю. Вернемся к игре. Я знал. Мы одного поля ягоды. Оба хладнокровны. Нет. Третий раунд. Твоя страсть так заводит. Одну карту. Пас. Вы поглядите на эту самоуверенность. 5000. Сегодня все ведут себя напористо. Хочешь что-то доказать? Делая такую большую ставку. Думаю, ты блефуешь. Скрываемся. Уверенность тебя покинула? Ты боишься смерти?
Вот что тобой движет. Или у тебя встал? Три тысячи слишком? Нет. Тогда вот так. Ва-банк. Не уверен насчет пары, но три валета дают мне неплохие шансы. Прости, красавица. Тебе известны правила. Дай мне минутку. Только развлекли нас сегодня. Вы обыграли лучших игроков, которых я когда-либо встречал. Теперь можете... Последняя ставка. Все или ничего. Что вы задумали? Девушка. Если выиграю, она свободна. Проиграю, деньги тебе. Мистер Грант, вы же не играете. Зачем мне четверть миллиона долларов? Мне не нужны деньги. Тебе нужен адреналин. Когда ты смотрел смерти в лицо? Если ты не готов поставить все на кон, это не жизнь. Давай оторвемся. Смелее. Храбрости вам не занимать.
У вас тоже мурашки по коже? Интересно, что вы здесь забыли? Посреди пустыни, с одной сумкой через плечо. У меня была невеста. Мне не нравилось, кем я становился. Поэтому я собрал вещи, оплатил ей аренду дома и ушел в закат. И все? Больше ничего? Никакого подвоха? Вы мечтатель, вы герой, верно? Разве не удивительно? Это вы называете жизнью. Ты не знаешь, что такое свобода, что такое жить, каково это быть вольным ветром. Ты не знаешь. Поколение за поколением. Вы находили людей, которые соглашались поставить свою жизнь на кон в покере всего за 250 тысяч. Скольких вы здесь похоронили? Никто не считал. Бобби считал. Мир его праху. Так мы будем играть? Или трепать языком? Вы упускаете суть и тратите мое время. Тогда сыграем. Думаешь, раз я не азартен, я не умею играть? Я не пытаюсь вас оскорбить. Но это только первый раунд. Финальный раунд. Вы приходите в мой дом и смеете осуждать мои увлечения. Ты решил, что раз тебе нравится смерть, то и жизнь тоже? Но тебе незачем жить. Мне тоже было нечего терять. Но сегодня утром
Я нашел, ради кого стоит жить. Ради одной девушки, которую я хочу спасти. Которой все, кого она встречала в жизни, причиняли боль. Ты застрелил ее единственного друга. Почему вы так отчаянно хотите быть героем? Они всегда страдают. Называете себя хорошим парнем лишь потому, что вежливы с девушкой? Я всем даю шанс начать жизнь с чистого листа. Шанс понять истинную цену жизни. Еще вопросы? Мистер Алекс? Только один. Как умер твой отец? С чего ты взял, что он мертв? Его здесь нет. Однажды за этим самым столом игрок бросил ему вызов. Она должна была проиграть игру, но думала, что сможет обмануть судьбу и не погибнуть. Она направила пистолет на моего отца. Но прикончил его не ее выстрел. Не знаю, что произошло. Кажется, кто-то уронил фишку. Пистолет упал и выстрелил. Здоровяк застрелил ее до того, как отец упал. Но, к сожалению, опоздал. Мистер Алекс, сегодня умрет только один. Анелла. Даги. Бобби. Лоретта. И Дафна. Сыграем ва-банк? Только ты и я. Наконец-то у нас серьезный разговор, мистер Алекс. Вы знали правило. И ты тоже.
Брось пистолет, ты еще застрелишься. Заткнись. Все кончено, ясно? Больше никаких мисс Салли. Мы сваливаем, и никто нас не остановит. Этому не бывать. Парень получит пулю прежде, чем ты спустишь курок. Да что ты? Проверим? Эй, друзья, давайте успокоимся. Хватит кровопролития. Поздновато, верно, Грант? К тому же, это отличный способ закончить вечер. Смотрю, вы уверены в себе. Неужто припрятали туз в рукаве? Не я мухлевал всю игру. Я выстрелю. Ты просто блефуешь. У тебя духу не хватит спустить курок. Ты не убийца, Салли. Зачем ты убил Бобби? Он этого не заслужил. Он был единственным, кто заслуживал жить. Ты права. Мне очень жаль. Нет, не жаль. Мы для тебя лишь пешки. Тебя волнует только твоя игра. Но ты еще пожалеешь. Хватит игр. Я дам вам 5 секунд. Ты все равно его убьешь. 4. 3. Ты просто... 2. Стой, не надо, прошу. Ничего, Салли. В пистолете нет пуль. Ты в этом уверен? Что ж, Грант, незабываемая ночка. Рад был сыграть. Может, заеду в ваши края. Заходите в любое время. На память. Вы позволите ему уйти? Таков уговор. К тому же, заряженный пистолет у них. Смертельный покер. Фильм Микаэля Голда. Совместно с The Film Factory. Как ты понял, что пуль нет? Сосчитал до 6. Но выстрелов было 5. 6. Еще парень, чье место я занял. Стой. Я не умею водить. Хожу пешком. Cortex Production представляет. Смертельный покер. Режиссер Микаэль Голд. Оператор Эшер Сакман. Thank you.
Продюсеры Джо Мэннекс. И Альдо Джулиано. Композитор Бенза Маман. Микаэль Голд, Йон Киото, Келси Осборн, Альдо Джулиано и другие.